и частичный. Ну, в смысле всех? Что значит всех? Лиц, которые находятся в запасе, насколько я знаю, да. И... Но... А вы не в запасе? А кто вам сказал, что я в запасе? А у вас военного билета нету? И что? Что у меня есть? Значит, вы в запасе. Это кто вам такое сказал? Так, логика обычная. Я же знаю, что человек с военным билетом находится в запасе. Да, можете мне рассказывать хоть что. Ну, я говорю... Вы отказываетесь или соглашаетесь? Отказываюсь в чем? Вы мне объясните, в чем? Подписать повестку. Я хочу выдать повестку для направления военкомата. Вы отказываетесь? С чего вдруг вы мне ее должны ее выдать? Пришлите мне ее по адресу проживания. Потому что идет мобилизация, я должен вручить ее в руки. И? Я не понимаю, чего вы от меня хотите? Я не понимаю, что вы от меня хотите. Я хочу вручить вам повестку. Мне просто на основании чего вы мне хотите ее вручить? На основании того, что идет мобилизация частичная, вот и все. Частичная? Ну, блин, покажите мне для начала приказ. У меня нет приказа. Ну, а я, во-первых, даже не знаю, кто вы. Вот вы стоите мне здесь, рассказываете. Хорошо, не будем играться, разбираться. Силы я вас заставить ничего не буду и не имею права. Ну так я почему говорю? Вот смотрите, вы я сейчас... Я просто задаю вопрос. Подождите, вот вы задаете вопрос, я вам тоже задаю вопрос, вы мне на него ответить не можете. Но если не можете, я думаю, у нас весь разговор закончился. Ну... Там инспектора спросите, я ему еще нужен, а то мне сейчас припишут, что я оставил место ДСБ. Инспектор, можно вас на секунду? Я свободен, а то я говорю, сейчас отъеду, вы мне скажете, что я... Я ваши документы проверил. Все, спасибо. До свидания.